спустя 3 месяца и парочку недель команды первой лиги возвращаются в дело. И я вас приветствую в Жигулевске, в Самарской области, на стадионе «Кристалл». И сегодня пройдет, наверное, один из самых ярких матчей 21-го тура. Тольяттинский «Акрон» принимает московскую родину. Все верно, поехали. Первый удар по мячу наносит Александр Юшин. И тут же длинная передача на чужую половину поля. Сегодня в центре обороны привычная связка у москвичей. Перехват, мяч справа у Султмурада Бакаева. Подача или даже закидушка в сторону ворот. Врезается в штангу Волков, но смакивает мяч с головы Астемира Гордюшенко, не позволяя тому добивание совершить. На секундочку припугнул своих же болельщиков Волков и затем всех успокоил. Вот и Юшин. Обратно. Бакаев двоих собирает на себе и при этом умудряется навес выдать хороший. В касание удар какой! Вот это да! Вот это голешник! Повела московская родина! Это претендент на звание лучшего гола в сезоне Астемир Гордюшенко! Вот теперь узнаю, как именно умеет он бить по воротам. Фантастика! Приходится много бегать в переходных фазах и далеко не всегда успевают за соперниками. Подопечный Заура Тедеева. Удар в дальний угол сквозь двоих проходит от Александра Юшина. Сквозь Галаяна и Хаджиниязова. Чудин. Здорово правее. Галаян опережает того Ориньо, но пока без мяча остается бразилец. Галаян. Мягкая подача. Момент. Борьба на втором этаже. И прилетает, кажется, в голову одному из защитников москвичей от головы. Снова вверх остается за командой Франко Артиги. Загружают мячи стабильно. И удар по воротам наносит Кирилл Данилин. Совсем невысокий крайний форвард. Этот удар только добавляет уверенности Александру Корякину. Скидкай. Дальше здорово. Тимошенко на Юшина. Юшин удар. Браво! Браво, Боян Димоски! Успел в подкате заблокировать удар. Такую чисто британскую комбинацию, максимально вертикальную. Здорово. Выбегает из-за спины Крижина Эльдарушев. Две передачи. Глушков мельчит. Тонкая передача в штрафную. Полиенко удар. Это Александр Корякин. Если и какое-то время тот беспокоился и переживал, то сейчас во втором тайме заметно, что в полном порядке воспитанник Академии Московского Локомотива Александр Корякин. Ну и соперников было тоже очень много. Это контратака внезапно. Юшин направо. Момент. Тимошенко. Подсекает мяч. Можно еще пробить. Тимошенко и гол. Вот вам и Иван Тимошенко, которого готовились менять. И он забивает. Выдержали. Вытерпели контратаки в исполнении «Акрона». Москвичи. И позиционные атаки, и давление, и удары. И отыскали возможность пробежаться вперед. Александр Юшин и Иван Тимошенко. И лучший бомбардир родины пополняет свой лицевой счет. Эффективно, надежно. Особенно во втором тайме. Заброс, падение, удар. Корякин и здесь вытаскивает. Вот это сейв. Но, кажется, еще до этого момента фол в атаке зафиксировал Михаил Черемных. Но какой же полет Александра Корякина. Браво! Да, пахать сегодня без мяча на своей половине поля родине пришлось очень и очень серьезно, местами были проблемы. Но в итоге все это позволяет московской родине победу одержать в первом матче этого календарного года.